Вопрос, с которым пришла Наталья Михайловна к Сергею Сергееву на прием, родился в результате первых дней работы кабинета врача общей практики. Его открыли в канун Нового года на улице Чехова, и оказалось, что желающих побывать у доктора на приеме по месту жительства гораздо больше, чем возможности кабинета врача общей практики. Я к вам пришла от имени жителей с просьбой, если можно, на будущее рассмотреть вопрос еще какого помещения. Вот у нас вот сейчас в районе Красной площади много жилья сдается, ну, дома, вернее, сдаются. За Китайской стеной сейчас там застройки, застройщики есть. Вот, на объездной есть, чтобы, как, ну, как говорится, как-то расширить возможности, по возможности, чтобы туда народ мог тоже выходить. И плюс по детской поликлинике, филиал детской поликлиники, который находится в доме номер 9. Вот, Елена Евгеньевна тоже знает. Вот. И у нас там получается, что детки 3А-3Б прикреплены к этому микрорайону тоже, к нам, в 12-й микрорайон. Помещение очень маленькое такое. Вот рассмотреть такие вот два вопроса. Помещение именно по кабинету врачебной практики именно. Глава города уже обсуждал со специалистами отрасли необходимость расширения возможностей такого кабинета в большом и густо населенном микрорайоне. Навстречу его просьбе пошли и застройщики. Застройщик напротив Красной площади отдает нам 500 квадратных метров под поликлинику. Угу. Поэтому наберитесь терпения. Хорошо, добираемся терпения. Буду народу говорить. Он отдает людям, нам, в принципе, анапчанам отдает 500 квадратных метров для поликлиники. Правда, не все готовы идти навстречу городу, в котором строят жилые кварталы. А вот еще один застройщик. Мы просим около 400 квадратных метров под расположение детской школы искусств, которая у нас валится. Угу. Категорически отказывается. Он только квартиры хочет продавать. Я так подозреваю, детей там не будет в этих квартирах. Понимаете? Ни школа не нужна, ни детский сад, ничего. По-хамски себя ведет. А у координатора ТОС еще одно пожелание – сделать озеленение придорожной полосы, где предполагается замена тротуарной плитки. Вот как бы здесь сделать сквер? Вот от магазина «Уна» и с Красной площади. Глава города дал задание своим помощникам рассмотреть возможности использования означенных земельных участков.